Украина, Харьков, всем привет. Буду делать, запекать гуся с картошкой, с морковкой, с яблоками в духовке, в рукаве. Вот, порезал домашнего гуся, кума передала. Такого. Вот тут идет ножки. Это крылышки тут. Часть на суп я оставил. Вот. Такое крылышки идут тут. Я пополам разломил. Ножка. Еще вроде как крылышко, ножка. И такие куски мяса порезанные. Вот я порезал вот такими кусочками. Как на маленьких. Мелкий шашлык. На гуляш. Порезал все. И добавил жира. Еще гусиного жира. Вот. Чтоб оно запекалось жиром. Морковка тогда сладючая получается. И картошка. Добавлять я буду приправу куркуму и приправу до курицы. Плюс я буду делать вот соевый соусом. Это все полью. То есть я поперчил, посолил, добавляю куркуму, приправу до курочки. Перемешал это все дело. Потом добавляю только соевый соус. И на часик ставлю в холодильник, чтобы это все дело промариновалось. Тогда мясо гуся будет очень нежным. Хотя гусь молодой, сказали, 3-4 месяца. Молоденький, но все равно поставлю в темное место и накрою вот сюда кулечком, чтобы воздух не проникал, как в вакууме было. Все, оно промаринуется в этих всех делах и будет очень вкусно в приправах. Потом я поставлю в духовку. Выложу лист фольги, промажу маслом. А, не, я в рукав его буду пихать, то я уже перепутался, когда я крылышки делал. Да, в рукав засуну. Все, чуть-чуть полью растительным маслом, немножечко вообще, еле-еле. Все это дело перемешаю, картошку кубиками, морковку кругляшами. Лук ложить не буду, потому что он невкусный получается, вареный. И одно яблочко порежу тоже кусочками, сердцевину вытащу, семечки вот эти все, хвостик обмою. Все, то есть выйдет у меня картошка, морковка. Одну морковку где-то две я ложу, одно яблочко и 1,5-2 килограмма картошки. Тут где-то килограмм мяса. Вот. Так, вот такого ножка, и вот такое чистое мясо идет, кусочки без шкурки, и жирка немножко я положил, чтобы это все в собственном соку, в жирке вообще вкусняшка будет, домашний гусь, бомба, ракета, вкуснятина. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Твой Навсегда, жмите комментарии, хорошего дня, хорошего настроения, всем пока-пока. До встречи!